Всем здравствуйте, и мы опять на моем канале, и сегодня будем собирать такую шкатулочку. В ней можно денежки хранить, это хорошая галунка. Ну, сейчас я вам немножечко расскажу о ней, а потом я покажу, как ее собрать. А, да, прусинком, тут деталь двигается, все туда. Задача открыть вот эту дверку, мы можем вот так за нее потянуть, вот, да, смотрите. Мы держим за нее. Можно, конечно, даже попробовать открыть, но это не получится. Потому что здесь все заблокировано, да? Вот здесь тоже видно, типа, может, что-то тут выдвигается. Нет. Здесь может что-нибудь... О, вот, смотрите. Есть здесь ключик такой. Его можем вот так выдвинуть. А лучше его совсем достать. Его убираем в сторону пока. Смотрите, вот эта деталь здесь двигается, ее вот так отдвигаем, но не снимаем, все. Шкатулка открыта. Она собирается очень просто. Сейчас я уберу все лишние детали. Сейчас мы сперва соберем вот это основание шкатулки, да. Ну, без разницы, там что. Сейчас все разбираем. Ну все, мы продолжаем. Я там немножечко остановил ее, пока разбирал. Нам понадобится деталь тонко 1 на 8. Берем блики плоские, закладываем ее не полностью, вот. Неважно какие, главное нам заложить вот это все. Вот, я уже отметил, что нам надо заложить. И вот мы заложили уже вот это все. И нам самое главное, чтобы здесь все осталось. Потом берем сейчас две детали 1 на 6 толстые, их ставим по краям, да. Ну, там можно какие-нибудь другие поставить. Потом берем 2 на 6 толстую деталь, ставим ее вот сюда. Вот сюда, да, хорошо. Так, потом берем, смотрите. Делаем там детали 1 на 4, берем, ставим их вот так. Я показываю, что это не обязательно делать. Что они деталей. Вот. Вот. Все готово. Второй этаж. Сейчас ставим третий. Вот также опять закладываем все бриками. Ну, короче, закладываем детальками. Берем опять вот все, заложили. Все. Тут не важно, какие детали, главное, чтобы было здесь три слоя. Теперь мы собираем края шкатулочки нашей. Берем деталь 1 на 8, ставим ее сюда. Одну ставим сюда. Сюда 2 на 8 надо. А не, по сути, это рано еще ставить. Так. Берем две детали. Не ставится, я уже не помню. Ладно, сейчас походу разберемся. Все сделаем, берем деталь 1 на 4, ставим ее сюда, потом деталь 1 на 2 ставим ее сюда и 1 на 2 плоско. И с другой стороны делаем то же самое, ставим все так же. А по сути, я это даже специально заготовки получились. Так, ладно, это пока она отойдет. Сейчас будет вспомню, как тут это делается дело. Ну что, либо. А, тут ставится по краям детали. Вот так вот. А, вот, все вспомнил. Как тут все ставится. Вот так вот. Делаем. Здесь закладем, да.
сюда 4 деталь 4 на 1, и сюда 3 на 1 деталь. Потом сюда брик 4 на 1, и сюда еще брик кладем. Так, берем деталь 2 на 8, кладем ее сюда. Потом берем деталь 2 на 4, ее сюда ставим. Потом квадратик 2 на 2. Все, у нас такая картинка уже готова. Так. Дальше кладем 2 детали 1 на 8. Так. По краям, да-да-да. 2 детали 1 на 8. Сейчас посмотрите. 2 детали 1 на 8. По краям. Ну все, у нас получилось так вот все. Теперь делаем ее более красивой. Вот так вот. Ставим 2 детали 2 на 8. Плоские наверх. Вот так вот. Да, чтобы все вот так выглядело. Вот красиво все выглядит. Теперь берем деталь 2 на 4 сюда ставим. И деталь 2 на 2 плоскую сюда ставим. Все, да. Здесь, по сути, я ошибку сделал. Какое сюда вот все нашел еще одну ошибку. Вот сюда ставим брик. Вот теперь да, все теперь все точно правильно, без ошибок. Дальше делаем 2 на 8 сюда деталь ставим, сюда тоже деталь 2 на 8 ставим. Все, у нас получилось отверстие здесь такое. Сейчас мы это сюда все ставим. Плоские две. Ну да, можем все на 1 на 8. Можно так сделать. Тут без разницы. Это просто декор. Дальше. Пока эту сторону. Собираем ключик. Сейчас вам покажу. Берем деталь 2 на 4 и закладываем плоским бриком. Ну я две детали 2 на 4, а одна плоская, другая нет. Собираем наш замок. Сейчас да, я его разберу. Покажу, как его собрать. Под деталь маленький. Берем деталь 2 на 4. Потом берем 3 детали 1 на 2 толстые. И делаем вот так вот. И 2 по краям ставим, одну сбоку. Потом берем деталь 1 на 8. Смотрите. Отступаем здесь один брик. Ну, одну такую бублюшку. И все вот так вот. Да, смотрите, это готово. Но это просто можно это не делать. Но я делал так, чтобы было прикольно. Вот, все, закладываем здесь 2 на 8. 4 на 8 можно положить. 2 на 8. Пойдем. Теперь нам надо собрать вот такую емкость. Она маленькая, простенькая подборки. Сейчас. Ваша самая главная задача взять деталь 2 на 4 здесь и сделать вот так. Смотрите, 2 на 6, 2 детали и детали 1 на 4. Одна штука. Берется с собой. Потом берем деталь 2 на 1 толстую, ставим ее вот сюда. Потом берем 2 вот таких детали и ставим вот, ставим их вот так вот. Ставим их вот так. Да, вот так ставим 2 штуки. Затем мы собираем нашу стеночку еще одну. Берем деталь 2 на 6, ставим ее вот сюда. Потом берем 2 детали 1 на 2, ставим их по краям. Вот так вот. Теперь нам надо здесь собрать. Берем деталь 1 на 2, ставим ее сюда. Потом берем вот такую деталь, главное, чтобы было за что тут взять. Все, ставим ее вот сюда, потом ставим деталь 1 на 2 и деталь 2, 1 на 6, плоская, да? Ну все, все детали нашей шкатулочки готовы.
Сейчас мы собираем эту шкатулочку. Ну, смотрите, все, задвигаем тут все. Сейчас. Это вставляется, вот, сперва ставится вот такая, вставляется сюда вот такая деталь. Мы ее вставили. Я одну деталь сейчас посеял. Сейчас, подождите. А он нашел. Я забыл сюда брика поставить. Два брика я забыл сюда поставить. Как... Ну, именно плоская деталь 2 на 4. Мы опять ставим это все сюда. Закрепляем все покрепче. Теперь ставим сюда. Вот все, чтобы она двигалась. Вот она двигается у нас. Затем берем наш ключик, вставляем сюда наш ключик. Шкатулка готова. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.